У меня не сохранилось видео, что ли? Сейчас записывал, Последние 3 дня. Первый из них я смотрел мультик «Митчеллы против машин». И мне он понравился, но мне показалось, что это какая-то бестолковая глупость. То есть это просто работа. Такая ремесленническая, что ли. Ну вообще, как бы... Там хорошо рекламируют ценность семьи, силу любви. Я просто это только что уже говорил. И сюжет ничего тоже прописан. Видно, что работа хорошая. Ну, нового там тоже так немного. Музыка нормальная, но это какая-то бестолковая глупость в итоге. И я не хотел этого говорить, поэтому и не говорил вообще дневник. Я продолжаю уставать, наверное, это связано с экспериментами. Потом на следующий день я с утра ходил, искал такие вот ступинаторы, что-то типа стелек, таких вот, чтобы ноги... Ну, у меня, в общем, плоская подошва в галошах, и я подумал, что именно из-за этого у меня устают ноги. И мне не очень понравились цены, еще там не было таких вот самых дешевых, которые все равно слишком дорогие для меня, ну, для этого. Особенно если... Ну, потом у меня болела голова, кстати, в тот день. Вот я так походил, походил по городу, у меня болела голова. Было очень трудно избавиться. Я использовал и аппликатор Ляпко, и... Кстати, у меня появился даже способ как-то плечи мочить водой. Это когда у меня не было аппликатора, я просто не знал, что мне делать где-то в городе, и намочил плечи. Я не знаю, мне показалось, что это немножко помогает, но это как это... Вера помогает, сила веры. И, в общем, потом еще ночью я так лежу в темноте, чувствую, кто-то по мне ходит, ползает. Я думал, это жучки, по мне жучки иногда ползают, я их выношу. Включаю телефон, смотрю, быстро убегает паук. Красноватый, с коричневыми ногами, с красными пятнами на черном теле, которое примерно такое, а сам паук примерно такой с лапами, если... Прям такие длинные лапы, на них быстро бегают. Я не знал, как его убрать, еще была ночь, я был уставший. И я додумался пустить его на носок, чтобы он пришел на носок. На его пути, в общем, встал носок. Этот носок я положил в пакет. Потом я взял кастрюлю, вытряхнул из пакета носок с пауком. Потом поднял этот носок, паук так немножко на своей паутине повис, я об краешек убрал носок, и уже потом об балкон я так выкинул паука. Ну, он просто все время на своей паутине висит, и поэтому там теперь на балконе паук был. Это было даже не вчера, позавчера, а вчера я скрутил носки. И у меня получились ступинаторы, подпяточники и ортопедические стельки, но как бы так поочередно и так хаотично, и было так интересно ходить, но я устал еще сильнее с этими скрученными носками в галошах, и прям совсем устал, и проспал вообще все на свете, даже эксперимент, вот я проснулся только сейчас утром и сходил кое-как.